Всем привет! Прямо сейчас в Телеграме можно делать уже вот такие магазины. И при помощи таких магазинов вы можете в один клик для ваших клиентов сделать оплату, выбор доставки, все это автоматизировать, и таким образом больше не обрабатывать заказы от ваших клиентов вручную, а делать все это автоматизированно внутри Телеграм, благодаря сервису TGShop. И в этом видео мы расскажем о том, как можно подключить службу доставки Boxberry и при помощи нее автоматизировать весь процесс доставки товаров для ваших клиентов. Boxberry, пожалуй, один из таких самых распространенных и очевидных решений, которые выбирают обычно интернет-магазины для того, чтобы подключить какую-то доставку до, например, пункта выдачи или курьерскую. Собственно, поэтому мы разберем на примере Boxberry, как вы можете автоматизировать доставку. Поехали! Для подключения службы доставки от Boxberry нам нужно всего три вещи. Первое, как я уже сказал, нужно иметь аккаунт на нашей платформе. Нам нужно быть зарегистрированными в сервисе Boxberry. И нам нужно подключить сервис AppyShip, через который мы будем интегрировать доставку от Boxberry. Итак, давайте по порядку. Нам нужно зайти в личный кабинет и в нем, в правом верхнем углу, зайти в настройки магазина. Дальше мы должны перейти в раздел «Доставка». И здесь мы должны найти с вами раздел AppyShip, мы на него нажимаем, и у нас появляются поля, которые нужно обязательно заполнить. Первое — это токен. Нам нужно подключить аккаунт из AppyShip, и для этого нам нужно его, собственно, сделать. Здесь у нас есть ссылка, вы на нее нажимаете и переходите в сервис AppyShip. Это, по сути, бесплатный интегратор доставок, через него можно бесплатно подключить любую доставку. В этом видео мы будем говорить конкретно про Boxberry. Кажется, один из самых популярных и распространенных способов доставки. Значит, для регистрации вам не нужно ничего особенного, нужно просто придумать email, пароль. Email, естественно, рабочий. На email вам придет ссылка на активацию вашего аккаунта. Вы по ней переходите, и у вас появляется собственный аккаунт в сервисе AppyShip, который выглядит примерно вот так. Здесь вам нужно дальше найти службу доставки, которую вы хотите подключить. Нам нужен Boxberry. Мы нажимаем здесь на иконку Boxberry, и у нас появляются два поля, которые нам нужно подключить, и есть инструкция, как же мы можем подключиться. Мы на нее нажимаем, и здесь мы видим, что у нас есть подробная инструкция. Друзья, если вдруг из этого видео будет что-то непонятно, у вас есть возможность в самом сервисе AppyShip посмотреть, как это настраивается. Здесь все максимально просто и понятно. Как я уже говорил, для того, чтобы подключить, собственно, Boxberry, вы должны быть в нем зарегистрированы. Поэтому, друзья, если вы еще не являетесь клиентом Boxberry, вы должны зарегистрироваться на их сайте. Они работают как с юрлицами, так и с ИП самозанятыми. Вы выбираете удобный для вас вариант. После этого там нужно указать в рамках регистрации свои данные как ИП или как юрлица или как самозанятого, пройти эту регистрацию, и после этого вам будет доступна возможность настроить доставку. Вы сможете в разделе «Инфоцентр» зайти в раздел «Интеграции», и в рамках этого раздела вам нужно скопировать токен. Вы нажимаете «Скопировать», возвращаетесь обратно в AppyShip. Это нам больше не нужно. Здесь вот в поле APK мы вводим полученный токен и нажимаем «Создать». Все, ваша интеграция с Boxberry, с AppyShip работает. И теперь вам нужно подключить AppyShip к вашему аккаунту
в тегшопе. Для этого вам нужно перейти в основной раздел. И здесь вам нужен API токен. Здесь вы нажимаете на скопировать, возвращаетесь в админку. И после того, как мы добавили токен, мы добавляем, заполняем информацию о продавце. Здесь вы вводите те же данные, которые, по сути, указывали, когда настраивали доставку от Boxberry. Здесь мы видим, что с подключением токена у нас появилась подключенная служба доставки. Очень важный момент, друзья. Если на момент подключения токена от ApiShip у вас не подключена к ApiShip самому еще ни одна доставка, при попытке сохранить данные у вас будет ошибка. Поэтому сначала вы должны подключить службу доставки, то есть заключить там с ней договор, и подключить ее к ApiShip, и после этого уже подключать сам ApiShip к вашему аккаунту в сервисе TGShop. Далее нужно выбрать забор груза, то, как вы, собственно, доставляете сам этот груз, у вас его забирает служба доставки, или вы сами его отвозите на какой-то конкретный пункт. Указываете габариты, приблизительный вес товаров, и после этого нажимаете кнопку «Сохранить», и все наши настройки успешно сохранены. Теперь ваша интеграция готова, и ваши клиенты теперь смогут автоматически пользоваться услугами службы доставки Boxberry. То есть если вы настроили курьерскую доставку, у вас будет возможность доставлять вашим клиентам через Boxberry, или же, например, вы используете Boxberry для того, чтобы отправлять туда ваши посылки в их пункты выдачи, ваш клиент сможет выбрать из всех доступных в его регионе пунктов выдачи Boxberry, удобный для него, и автоматизировать таким образом для вашего клиента и для вас этот процесс. И самое главное, что еще и вы также через ApiShip можете настраивать различные правила, например, какая будет стоимость доставки, сколько будет доставка стоить при какой-то определенной сумме, когда она будет бесплатной, например. Все это вы также можете делать. Все эти калькуляции мы передаем в ваш магазин, и ваш клиент будет понимать в зависимости от региона, от суммы, на которую он набрал, какие опции ему доступны доставки, самое главное, сколько это будет стоить. Вот и все. Ваша интеграция настроена, вы прекрасны. Пишите свои вопросы, если что-то осталось непонятным. Ну и, конечно же, ссылочка на регистрацию в сервисе Boxberry под этим видео. Регистрируйтесь, подключайте Boxberry, автоматизируйте доставку для ваших клиентов и делайте еще больше продаж при помощи нашего сервиса. Всем продаж!